Госсекретарь США Джим Керри пережил неприятный инцидент в Италии. Это произошло на пресс-конференции, посвященной борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Она запрещена во многих странах, в том числе и в России. Когда Керри и глава МИД Италии закончили отвечать на вопросы и направились к выходу, сидящая в первых рядах журналистка выкрикнула в адрес политиков: «Это вы создали «Исламское государство». Вы создали ИГИЛ! Вы создали ИГИЛ!» Буквально сразу женщину окружили полицейские и выдворили ее из зала.